вид захвата, который мы используем даже с головки, вы его вытягиваете, как бы выводите, да? И отсюда вы уже разворачиваетесь и проваливается он, да? Дальше вы просто доворачиваетесь, собираете вот этот захват за спину, колено у вас уходит на ковер, и вы закрываете его сверху ногой. Получается закрытый гард, но вы уже сбоку у него, да? Теперь смотрите, что отсюда соперник будет делать, пытаться, да? Он будет пытаться, ну, на своих руках, как бы, да, идти в сторону, то есть, ну, на вас, да? Вот таким вот образом, да, на руках. Собственно, что мы с этим можем сделать? Делаем тот же самый шанти-стив. То есть, смотрите, вот эта рука у вас, она ничего сейчас не делает, она просто прижимает его к себе, да? То есть вы не тянете его никуда, да? Вы просто контролируете так, чтобы он был прижат к вам. То есть, чтобы он за счет своих рук, как бы выпрямление рук, не отрывался от вас, да? И, соответственно, второе движение, ну и все движения остальные, они как и до этого были, да? То есть, эта нога пошла на ковер, здесь очень важно локтем себе помочь,